Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. Массовое отравление детей сразу в двух школах Железногорска. У 28 учеников диагностировали острую кишечную инфекцию. В середине декабря прокурор Красноярского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять 658 тысяч квадратных метров земли, в том числе и той, на которой уже стоят эти дома. Прокуратура требует изъять землю бывшего комбайнового завода у компании «Сибиряк». Утверждает, что мэрия выделила участки незаконно, что ждет дольщиков и хозяев уже построенного жилья. Провода здесь закреплены надежно, не отрываются, то есть при использовании человек не будет поражен током. Центр стандартизации и метрологии проверил елочные гирлянды из красноярских магазинов. Как правильно выбрать новогодние украшения и насколько они безопасны. ТВК продолжает дарить подарки. Сегодня повезет еще одному нашему телезрителю. ТВК продолжает дарить подарки телезрителям. В нашем эфире традиционный праздничный проект «Новогодняя корзина». Кому достанется приз? Массовое отравление детей сразу в двух школах Железногорска. Острой кишечной инфекцией заболели 28 учеников. Как рассказывают в прокуратуре, с 10 по 19 декабря с жалобами на плохое самочувствие обратились 28 школьников в возрасте от 7 до 10 лет. Четверо из них – ученики школы номер 100, пояснили в Следственном комитете. Остальные – учащиеся лицея номер 103. Предварительно известно, что все они питались в школьной столовой. Врачи поставили им диагноз «острая кишечная инфекция». Сейчас все заболевшие дети чувствуют себя лучше и проходят лечение амбулаторно. В лицее провели дезинфекцию, пищеблок временно закрыт, а учеников перевели на дистанционное обучение до 30 декабря, сообщил директор лицея. Сначала выводились классы по карантину. Дальше мы увидели, что распространение где-то мы к концу недели наблюдали 12 обратившихся, было принято решение уйти на дистанты. Вот в понедельник в администрации было принято решение закончить всю вторую четверть дистантом. Есть просто и дети, которые из среднего звена, их совсем единицы, но на данный момент болеют. Есть подозрение, да, что очаг был в столовой, но, к сожалению, межрегиональное управление пока не комментирует, потому что результатов анализов нет. Организатор питания наш местный, ООО «Аквариум». А были какие-то до этого случаи подобные? Нет. Таких случаев еще не было. Вот поэтому для нас это так. Неприятность такая. Прокуратура вместе с ФМБА проверяет лицей и организатора питания. Свою проверку также инициировали следователь на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. При этом в школе номер 100 уже травились дети. В октябре прошлого года на рвоту, боль в животе и плохое самочувствие за три дня пожаловались сразу 49 учеников начальной школы. Тогда все младшие классы также отправили на удаленку. Однако пищеблок продолжал работать. Проверки проводили прокуратура, ФМБА и Следственный комитет. Прокуратура требует изъять землю бывшего комбайнового завода у строительной компании «Сибиряк». С таким иском ведомство обратилось в арбитражный суд. По версии прокуроров, город передал участки застройщику незаконно. Однако на земле уже возвели два жилых дома, и сейчас строятся еще четыре. Как так вышло, что более 600 тысяч квадратных метров «Сибиряк» получил незаконно? И что теперь ждет дольщиков, разбиралась Алена Кузнецова. За моей спиной строящийся жилой комплекс «Новоостровский». Два дома здесь уже сданы, еще четыре в процессе. Сдать их планируют к 2027 году, и здесь уже продают квартиры. Жилой район на месте бывшего комбайнового завода возвела строительная компания «Сибиряк». Но, как полагает прокуратура, сделано это не совсем законно. В середине декабря прокурор Красноярского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять 658 тысяч квадратных метров земли, в том числе и той, на которой уже стоят эти дома. Поводом прокурорской проверки застройки комбайнового завода послужило отсутствие в проектной документации «Сибиряка» планов по строительству школ, детских садов и поликлиник. Застройщик не раз обещал возвести здесь объекты инфраструктуры, но на бумаге свои обещания так и не закрепил. Теперь прокуратура намерена запретить достраивать жилой комплекс. Проверка показала, что земля является федеральной собственностью, и муниципалитет не вправе был ей распоряжаться без согласия собственника. Это послужило основанием для обращения прокуратуры края с иском в арбитражный суд. Мы заявили следующие исковые требования.
Первое. Изъять федеральную собственность участки свободные от строений. Второе. Взыскать застройщика неосновательное обогащение в отношении земельных участков, на которых возведены либо строятся многоквартирные дома. Кроме того, в рамках иска заявлены обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий на земельные участки и возведения новых строений. В иске прокуроров больше полусотни кадастровых номеров. Судя по карте, участки, которые хотят изъять, уже застроены жилыми домами. Но в прокуратуре уверяют, что жильцов и дольщиков ситуация не коснется. Уже строящиеся или построенные квартиры останутся в их собственности. От сибиряка потребуют вернуть заработанные на этих домах деньги в бюджет собственника, то есть Российской Федерации. Это почти 290 миллионов рублей. В компании «Сибиряк» сегодня ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что пока исковых документов не получили. Вообще же история с землей под комбайновым заводом сложная и запутанная. Территория завода находилась у акционерного общества «Красноярский завод комбайнов» с 1997 года. Арендодателем по договору аренды была администрация Красноярска. Однако в 2012 году арендатор захотел выкупить участок. В 2012 году акционерное общество «Красноярский завод комбайнов» обратились в департамент муниципального имущества с заявлением о предоставлении земельных участков в собственность за плату. По рассмотрению этих заявлений департаментом было отказано. И во исполнение решения арбитражного суда 2012 года были заключены договоры купли-продажи по цене, которые были актуальны на момент подачи заявления комбайным заводом. «Сибиряк» выкупил часть земель предприятия в 2016 году. Снос корпусов начали в 2018. Стройку первой очереди Новоостровского в 2019. Помимо Новоостровского, теперь под вопросом другие проекты «Сибиряка» – ЖК «Дубенский» и деловой центр «Красноярск-Сити». Точку здесь поставит суд. Правда, пока иск прокуратуры оставили без движения. Ведомству нужно донести недостающие документы до 16 января. Кроме того, в ближайшее время прокуратура обещает проверить и других застройщиков, которые работают на землях бывшего завода. Алена Кузнецова, Владимир Антонов, новости ТВК. Взрыв магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород произошел в Чувашии. Три человека погибли, один пострадал, сообщает МЧС. По информации администрации республики, до взрыва на газопроводе велись работы. Какие, пока не уточняется. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия. Большой огненный столб поднялся над деревней Ямбахтина, а шум от горящего газа слышен за километры. Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород – это экспортный российский газопровод, построенный в начале 80-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе газоперекачивающей станции Суджа в Курской области. В Красноярском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидпорог уже превышен более чем на 40%. Об этом рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Всего за прошлую неделю в крае гриппом и ОРВИ заболели 22 тысячи человек. Это почти на 15% больше, чем за предыдущие 7 дней. По словам главного санитарного врача, в Красноярском крае активно циркулирует свиной грипп. Его доля составила 84% в общей структуре вирусов гриппозной этиологии. Также Горяев отметил, что в Красноярском крае продолжают циркулировать и негриппозные вирусы. Часто такое инфицирование вызывает осложнения в виде пневмонии. В красноярском автобусе кондуктор толкнула пассажира и в ответ получила удар по лицу. Инцидент произошел 17 декабря поздно вечером на маршруте номер 2. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как пассажирка случайно задевает кондуктора, когда надевает сумку на плечо. В ответ билетер толкает женщину локтем. Возникает небольшая перепалка, и уже на выходе кондуктор снова толкает женщину, и та в ответ бьет уже в лицо ладонью. В департаменте транспорта пояснили, что, по их мнению, виноват был, как ни странно, кондуктор, и ее действия оценили как некорректные. В ведомстве добавили, что женщину привлекли к дисциплинарной ответственности и даже объявили ей выговор.
Шопинг согласован. В прокуратуре объяснили, почему криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка, видели за покупками в торговом центре. Фотографии того, как обутый в Уге Струганов рассматривает спортивные костюмы, в редакцию новостей ТВК прислали 15 декабря. Дело в том, что сейчас Струганов отбывает наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при Красноярской ИК-27. И порядок этого наказания позволяет осужденному уходить с территории колонии в будни и в выходной день. Порядок отбытия принудительных работ, он предполагает, что у человека есть промежуток времени, в течение которого он, естественно, находясь под контролем, значит, руководителя исправительного учреждения, может отлучаться с территории исправительного учреждения, но по тем, так сказать, местам, которые он согласовал с руководителем. Напомню, в 2015 году Цветомузыку приговорили к 9 годам лишения свободы за организацию убийства 3 человек в середине 90-х. Когда осужденный отбыл 2/3 положенного срока, у него появилось право на замену наказания на более мягкое, и суд пошел ему навстречу. Наказание Струганову заменили еще в марте этого года. По решению суда он покинул колонию строгого режима, и его отправили на принудительные работы с удержанием 10% от заработка. Серебряный призер 24-х зимних Олимпийских игр Александра Трусова прилетела в Красноярск. Фото из самолета девушка опубликовала в социальных сетях. Вместе с Трусовой в город прибыли другие участники чемпионата России по фигурному катанию. Среди них Марк Кондратюк, Софья Самоделкина, Александр Самарин, Елизавета Туктамышева и Анастасия Мишина. Кроме того, ближайшим рейсом в Красноярск прилетят легенда фигурного катания, заслуженный тренер Советского Союза и России Елена Чайковская и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Чемпионат России по фигурному катанию в 2023 году в Красноярске стартует 22 декабря в Платинум-арене. Всего в город приедут 90 спортсменов. ТВК продолжает дарить подарки телезрителям. В нашем эфире традиционный праздничный проект «Новогодняя корзина». 2 недели журналисты ТВК будут ждать вас с подарками в городских скверах и парках. Ну а достанется приз самому внимательному и быстрому зрителю. Кто первым угадает, где находится наш корреспондент и добежит до места включения, тот и получит приз. Елена Армас уже стоит на одной из новогодних локаций нашего города. Она на прямой связи со студией. Лена, ну что, куда бежать нашим телезрителям? Да, Оля, даю подсказку. Сегодня мы находимся в центральном районе Красноярска. Мы находимся в сквере, который назван именем литературного критика, очень известного. Ну и также вокруг меня очень много частного сектора. Думаю, то, что люди уже догадались, где мы находимся, уже бегут к нам за подарками. А дарим мы сегодня вот что. Это, во-первых, набор из контейнеров на все случаи жизни, так сказать, с чем бы вы ни столкнулись в 2023 году. Подарок может достаться вам. Ну и милый, приятный бонус. Бонус в этом пакете – это игристое и конфеты. Такой приятный небольшой подарочек еще от нас, телезрителям. В этом году нам помогает радовать красноярцев наш партнер «Посудоцентр». Приобрести товары для домашнего уюта и многое другое можно по адресам на Телевизорной 1, строение 37 в торговом доме «Форд», а также на Семафорной 261Г. Посудоцентр поздравляет всех красноярцев с Новым годом и, конечно же, приглашает к себе за покупками не только новогодними, но и просто для домашнего тепла, для домашнего очага. Тем более, что сейчас в магазинах действуют скидки до 70%, так что поторопитесь. Ну и поторопитесь, конечно же, прийти к нам, потому что вскоре мы этот подарочек небольшой разыграем среди наших телезрителей. А пока, студия, даю вам слово. Лена, спасибо. Я напомню, наш корреспондент Елена Армас сейчас находится в одном из скверов Центрального района и вручит новогодний подарок первому телезрителю, который доберется до съемочной группы. Скоро узнаем, кто станет счастливчиком. А пока возвращаемся к другим новостям.
Евросоюз согласовал ценовой потолок на российский газ. Его утвердили на уровне 1900 долларов за 1000 кубометров или 180 евро за 1 мегаватт-час. Из 27 стран против высказались 9, в том числе Венгрия и Германия. Однако ограничение все равно было согласовано. Оно начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Потолок цен на газ обсуждали в Евросоюзе несколько месяцев. Европейские политики поясняли, что введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, в том числе из-за проблем с поставками газа из России. В Кремле уже прокомментировали решение Евросоюза. Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на это своими мерами, как и в случае с нефтью. Принципы те же. Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс ценообразования. Любые ссылки на потолок не могут быть приемлемыми. Потребуется, конечно, время на то, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке наших мер. Вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти. Напомню, нефтяные санкции против России вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны Большой Семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на черное золото на уровне 60 долларов за баррель. Рубль второй день резко падает в цене. Курсы доллара и евро достигли своих максимумов с конца мая. По последним данным Московской биржи, американская валюта торгуется за 68 рублей 95 копеек. Европейская сегодня днем перевалила за 74 рубля, и сейчас курс 73 рубля 29 копеек. Рубль начал слабеть еще на прошлой неделе. Доллар за 5 дней вырос почти на 4%, а евро почти на 6%. Эксперты предполагают, что на национальной валюте сказывается значительное снижение цены на экспортную российскую нефть. Дешеветь она стала после очередных санкций Европы. Кроме того, по мнению специалистов, на курс повлиял и параллельный импорт. В страну резко увеличились поставки техники и других предметов, а следом поступила валюта. На фоне этого доллары и евро начали вытеснять рубль. Далее мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК не только ТВ. Заболеть, потерять доход и попасть в стихийное бедствие. Главные страхи россиян в новом году по данным аналитического центра. В проекте «Подари дрова» репортаж из Николаевки. Как женщина-инвалид выживает без электричества в одном из самых развивающихся микрорайонов Красноярска. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-00-65, и мы продолжаем выпуск. Я напоминаю, что в течение этого эфира мы разыгрываем наш новогодний подарок, новогоднюю корзину. И ее можно забрать уже прямо сейчас. И наш корреспондент Елена Армаз, напомню, находится в одном из скверов центрального района Красноярска. Лена, как у тебя дела? Ну, Оль, пока к нам никто, к сожалению, не добежал, подарок остается при нас. Но я даю, наверное, давайте еще дам подсказку. Это один из немногочисленных скверов в микрорайоне Покровский. Их тут не так много, поэтому, я думаю, сейчас уж точно все догадались, где мы находимся. Частный сектор, напоминаю. Ну, и напоминаю о том, что мы сегодня разыгрываем очень интересные подарки. Это вот такой вот набор из контейнеров на все случаи жизни. И приятный бонус в виде шампанского и конфет в этом пакетике тоже достанется нашему телезрителю, который добежит до нас первым. Мы вас очень ждем. Дерзайте, забирайте свои подарки. Оля. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что это произойдет уже скоро, потому что, ну, зачем отказываться от такой хорошей возможности? Напоминаю, что наш корреспондент Елена Армаз с новогодним призом, новогодней корзиной ждет вас в одном из скверов центрального района Красноярска. Успевайте. По статистике, новогодние праздники – самый пожароопасный период в году. Причиной трагедии может стать не только запущенный неправильно фейерверк или сломанный обогреватель, но и праздничные украшения. Если разместить гирлянду неправильно, то вспыхнуть вместе с елкой она может в считанные секунды. Как правильно выбрать гирлянду и на что обратить внимание, расскажет Дмитрий Шхузин. Провода здесь закреплены надежно, не отрываются, то есть при использовании человек не будет поражен током.
Василий – ведущий инженер лаборатории испытаний электрооборудования Красноярского центра стандартизации. Его работа не просто любоваться новогодними украшениями, а выбирать самые качественные и безопасные гирлянды. Помогают ему в этом десятки приборов. Этот, например, генератор импульсных помех. Конструкция симулирует скачок напряжения в сети, например, как во время грозы. Специалисту также необходимо понять, сможет ли выдержать гирлянда долгую работу или легко ли попасть в электронику детям. Важна даже длина провода от вилки до контроллера. Нужно не меньше 1,5 метра. Сам же Василий признается, что дома у него на елке гирлянда собственного производства. Так надежнее. Просто мне было интересно. Я сделал гирлянду, которую я хотел самостоятельно. То есть я купил готовую светодиодную, не светодиодную ленту, а именно для гирлянд продаются. Подключил ей блок питания и контроллер выбрал самостоятельно. То есть у меня она через безопасное напряжение 12 вольт питается. Тем, у кого нет высшего образования физика, легче сходить за гирляндой в магазин. Однако, чтобы не попасть на откровенный фальсификат, говорят в центре стандартизации, нужно следовать нескольким правилам. Первое, с чего следует начать выбор гирлянд, конечно, изучить маркировку, посмотреть, доступна ли она размещена, все ли понятно и изложена ли она на русском языке. Второй момент – это проверить, стоит изоляцию и крепление проводов. Изоляция должна быть не нарушена, без каких-либо повреждений, должна иметь прочность. Соединение. Проверьте крепление проводов с вилкой, с контроллером, также с лампочками. Ну и третий момент, на что следует обратить внимание, это, конечно же, длина провода от вилки до первой лампы. Она должна составлять не менее 1,5 метров. Ну и при выборе в магазине, конечно же, стоит попросить включить, проверить гирлянду, чтобы убедиться в ее исправности. На проверке в Красноярском центре стандартизации уже побывали 6 образцов гирлянд, которые красноярцы могут найти на полках магазинов. Ценовой диапазон от 200 до 700 рублей. Уже на днях специалисты пообещали подвести итоги и рассказать красноярцам, каких брендов стоит избегать, а какие можно вешать на елку без опасений. Дмитрий Шхузин, Кирилл Иванов, новости ТВК. И кажется, у нас уже есть обладатель новогодней корзины от ТВК, Елене Армаз. Слово, Лена, кому достанется подарок? Да, Оля, мы дождались своего получателя подарка. Им оказалась Любовь. Давайте с вами еще познакомимся. Любовь у нас, Любовь у нас здесь проживает рядом, да, я так понимаю? Да, рядом, на Байкальской. Ага. Вы говорите, что у вас муж очень любит ТВК. Да, любит ТВК муж, и сестренка смотрит телевизор. А вы здесь как, гуляли, я так понимаю? Да, я гуляю. Да, я гуляю здесь, вот, зарядки делаю. Ну, расскажите, как вы свой подарок, который вы сейчас заберете, будете использовать? Вам вообще, может быть, там для каких-нибудь солений, варений полезно? О, это я всегда солю, и грибы, и ягоды у меня. Все есть для соления, это надо. Ну, Любовь, давайте поздравим наших телезрителей с наступающим Новым годом. Скажите пару слов от себя. Ой, с наступающим Новым годом желаю здоровья, счастья, любви. Конечно, у нас ужасно сейчас в стране, но все равно желаю всего хорошего, чтобы главное здоровье было. Любовь, спасибо вам большое. Я сейчас вам передам ваши подарочки, соответственно, конечно же. Вот такой вот вам уже немножко припорошен снежком. Но я напоминаю, что мы разыгрываем новогодние корзины на этой неделе каждый день. На следующей неделе мы тоже будем разыгрывать новогодние корзины. Следите за нашими новостями. И более того, корзины разыгрывают наши коллеги из «Нового утра». Так что у нас теперь несколько розыгрышей и в 20:00 в новостях, и в «Новом утре» примерно в 7:30. Смотрите эфир «Нового утра». Там тоже корреспонденты ждут вас на новогодних локациях с такими теплыми призами. На этом у меня все, студия. Спасибо, Лена. Я напомню, это была Елена Армаз. Она только что вручила новогоднюю корзину от ТВК, и получить ее можете и вы. Следите за нашими эфирами и участвуйте в розыгрыше. Россияне рассказали, чего боятся в 2023 году. Опрос провел аналитический центр НАФИ. Выяснилось, что россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью. Об этом заявили 27% опрошенных. Столько же респондентов рассказали, что больше всего боятся потерять свои доходы. 29% опрошенных сказали, что боятся увеличения расходов из-за роста цен, вызванного инфляцией. В первую десятку страхов россиян на 2023
2023 год вошли также боязнь за детей, страх перед новой волной пандемии коронавируса, возможность терактов, потеря возможности расплатиться по ранее взятым кредитам, боязнь лишиться работы, возникновение дефицита продуктов и лекарств, стихийные бедствия и травмы. Ничего не боятся лишь 8% опрошенных. В нашем эфире продолжается проект «Подари дрова». Это проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Николаевку. Оттуда с просьбой о помощи к нам обратилась женщина-инвалид второй группы. Она живет с сыном в частном доме без электричества. В доме две печки, одна из них развалилась. Этой осенью вторую пока топят деревяшками от разобранного гаража. Автор проекта Светлана Чернушевич расскажет, как герой этой истории планирует переживать долгую сибирскую зиму. Это проект «Подари дрова», проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. И наши сегодняшние герои живут вот в этом доме. На улице очень холодно, а нас там уже, по-моему, заждались, поэтому пойдемте. Ирина Павловна рассказывает о нашем проекте, услышала в новостях, когда гостила то ли у соседей, то ли у дочери с зятем. В этом доме она, инвалид второй группы, живет с сыном. Он из-за травмы сейчас тоже собирает документы на инвалидность. Показываться не хочет. Что вы приедете? Да. Никто не знает. И если увидят, скажут: мамок, это что, она всеобщее обозрение вынесла. Поэтому это будет для всех секретом, если в новостях увидят. Ну, думаю, ругать не будут. Они с пониманием относятся, и все, они меня жалеют, что, ну, трудно мне так вот. Сама женщина, уроженка Большой Мурты, рано вышла замуж, чтобы заработать декретные, устроилась учеником портного. После пошла работать в ателье, шила верхнюю женскую одежду. Потом захотела получить профессию, о которой, говорит, мечтала с детства. Для этого 3 года отучилась в Дивногорском медучилище. После устроилась в госпиталь ветеранов войн в Красноярске Новильского. С 93-го года у нее одна запись в трудовой. На пенсии я уже вот 12-й год, я работала до пенсии. В госпитале еще устроилась при Щербо, а потом работала при подкорытове Алексея Викторовича. В госпитале Ирина Павловна работала массажистом. Женщина рассказывает, официальная зарплата была около 10 тысяч рублей. Теперь пенсия у нее немногим больше – 14 тысяч в месяц. На эти деньги с сыном, собакой Лорой и кошкой Рыськой и живут. Иногда люди по старой памяти просятся на массаж. Чисто символически плату берут. Или кто продуктами принесет, угостит. Кто там вот. То есть спинку, вот полностью сделать спинку – 500 рублей. Шея, воротник – шейно-грудной 300 рублей, поясничка 200 рублей. К Новому году тут вот делала девчонке знакомой. Антицеллюлитное ей надо было. Ну, 1000 за сеанс. Но это все равно дешевле, чем где-то. Сын даже организовал маме страничку в социальных сетях. Только звонят пока то ли шутники, то ли озабоченные. Звонят, но звонят какие-то несерьезные люди, если честно. Я говорю, я занимаюсь лечебным массажем, а они интересуют их там либо сексуальный какой-то массаж, либо что-то вообще непонятно что. Вот я говорю, вы не по адресу. На такие звонки Ирина Павловна теперь даже не отвечает. Специализация у нее серьезная – массаж и ЛФК, сколиоз, травмы, проблемы с речью. Совсем маленьких пациентов не берет, работает с детками от 3 лет и взрослыми. Во многом потому, что температура в доме точно не для грудничков. Здесь раскладывается кушетка, вот так до сюда, шторочки закрываются, что самое теплое место. Это рабочее. Еще полочку мне повешали, где все мои причиндалы. Отапливает кухню-прихожую, проходную комнату, зал и спальню, печь-голландка. Ровесница дома, ей без малого 70 лет. То, что это место теплое, сказать можно, конечно, с натяжкой. Однако все познается в сравнении. В этой же комнате в шкафу есть потайная дверь. Добро пожаловать в Нарнию. Ну вот, заходите. Температура как на улице, минус градусов нуля. Вот так. Вот так. Ой-ой-ой. Простыть можно, кстати. Прямо пар идет. Да.
Это вторая часть дома. Даже не верится, что здесь, как говорит Ирина Павловна, когда-то было уютно и чисто. Печь в этой в прошлом просторной кухне-столовой топилась углем. От нее расходились трубы отопления по всем 6 комнатам. Год назад, когда умер свекор, покупать что дрова, что уголь оказалось не на что. Трубы перемерзли, батареи срезали. Чуть позже завалилась и сама печка. Летом еще стояла. В июне, как инвалид второй группы, женщина обратилась в соцслужбу за материальной помощью на ремонт. Но в августе пришел отказ. Сказали, что денег нет. Комиссия там рассматривает, кому сколько дать, на какие нужды. А в этом году не дали, потому что сказали, очень много обращающихся в связи с пандемией, в общем-то все. И Дмитрию не дали, и мне не дали. И печка рухнула. Печку семья все же хочет восстановить, а то дом совсем оцереет и развалится. Полгода назад женщина похоронила мужа. Деньги, которые на дрова раз в год выделяет соцзащита, ушли на похороны. С пенсией на 5000 взяли 3 куба сырого горбыля. В сентябре, как стало холодать, на дрова разобрали гараж. Электричества в доме нет из-за долгов. Чтобы рассчитаться за коммуналку, женщине нужно вступить в наследство. Тогда и свет можно будет заново подключить. Уже после нашего приезда 29 ноября Ирина Павловна отметила день рождения – 54 года. А до этого поделилась, что свою будущую жизнь раньше представляла как-то иначе. В молодости все было прекрасно, и как бы и достаток, и все было хорошо. Вот. А потом пошла такая череда. Муж первый, Дмитрий, это отец, умер. Потом, то есть психотравма такая была. Вот. Потом мама, потом брат разбился. Работала, колымчики были всегда по массажу. Муж работал, в деньгах не нуждались, одевались, наряжались, праздники справляли. Много фотографий у меня, альбомы и все. Сейчас только, когда очень скучно, ностальгия, достану, посмотрю, поплачу. Вот так. А старость вот такая, даже если правильно сказали, что к старости так вот трудно будет. Я бы не поверила. Казалось, что все всегда будет хорошо. В нашу редакцию уже обратилось около сотни семей, которые нуждаются в тепле с доставкой на дом. И более 20 из них уже получили помощь от неравнодушных красноярцев. Если вы тоже готовы помочь, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, переходите на интерактивную карту, выбирайте значок костра и делайте доброе дело. Давайте вместе подарим тепло тем, кому его не хватает. Светлана Чернышевич, Сергей Токарев. Новости ТВК. Выплаты по больничному листу увеличат с 1 января. Какие работники смогут получить больничный по новому прайсу? Об этом и не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Максимальная сумма выплаты по больничному листу увеличится с 1 января. Об этом рассказали в Фонде социального страхования. Дневной потолок составит 2737 рублей. За месяц – 84 847 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает 8 лет. В этом случае по больничному листу можно получить до 100% от среднего заработка, но не больше обозначенной суммы. Сейчас максимальная сумма больничного в день составляет 2573 рубля. Кроме того, с нового года вступят в силу поправки, которые дополнят перечень застрахованных лиц. Эти меры распространятся на тех, с кем заключены гражданско-правовые договоры. Красноярский Роев-Ручей принимает в дар елки и пихты, чтобы создать новогоднее настроение животным парка. Помочь порадовать питомцев и поздравить их с наступающим Новым годом предлагают всем желающим, а в особенности предпринимателям, которые продают живые хвойные деревья. Елки и пихты можно привезти в любое время на проходную парка. Их разместят в вольерах питомцев. Отмечу, что использованные елки в качестве домашнего украшения не принимаются. В парке пояснили, что на них могли остаться кусочки мишуры и части игрушек, а это может навредить животным. В Красноярске тестируют новую технику для уборки тротуаров. Таких гаджетов для очистки снега в городе еще не было. Они самоходные, обладают большой скоростью работы. Это улучшает производительность и облегчает труд специалистов. Технику можно использовать не только зимой, но и летом, например, для покоса травы. Пока запущено несколько тестовых образцов. Специалисты проверят, как покажет себя новая машина в условиях Красноярска, а потом примут решение о дополнительной закупке машин.
15-летний подросток на грузовике пытался по полю скрыться от полицейских в Ирбейском районе, как школьник оказался за рулем грузового авто. Смертельная авария со скорой, Дед Мороз на БТР и Месси с Кубком Мундиаля. Самые популярные темы в соцсетях ТВК в рубрике «Слово админу». Вы смотрите новости на телеканале ТВК, наш телефон 200-00-65, и мы продолжаем выпуск. 15-летний подросток на грузовике пытался по полю скрыться от полицейских в Ирбейском районе. Об этом рассказали в краевой полиции. Инспекторы решили остановить грузовик на улице Молодежная в селе Унер, чтобы проверить документы у водителя. Но тот проигнорировал требования полицейских и попытался уехать. После недолгой погони грузовик все же остановился. За рулем сидел девятиклассник без прав. Зачем убегал, что штраф не дали? Сколько лет? 15. Ты за свою жизнь не боишься? За других не боишься? Я тебе сколько раз говорил, останавливает, остановился и все. Ты что, ты убежишь, что ли? На беседу с правоохранителями пригласили 51-летнего отца юного гонщика. Он рассказал, что разрешил взять сыну машину, чтобы вывезти залу на свалку. Грузовик он давал и ранее, чтобы подросток помогал по хозяйству. По словам отца, он учил сына останавливаться по требованию полицейских. Малолетний водитель же мотивировал свой поступок тем, что не хотел получить штраф. Тем не менее, на отца составили протокол, а комиссия по делам несовершеннолетних теперь думает, ставить ли юношу на профилактический учет и привлекать ли родителей за ненадлежащее воспитание. Смертельная авария со скорой, Дед Мороз на БТР и Месси с Кубком Мундиаля. Самые популярные темы в соцсетях ТВК. Что еще смотрели и лайкали подписчики, расскажет наша интернет-редакция «Слово админу». Всем привет, я Таня Шункова. Прямо сейчас мы пробежимся по соцсетям ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Бригада скорой помощи погибла в аварии по Томском. Кадры страшной аварии появились в соцсетях. Ну, получается, это все там наглухо, все... В машине были водители, трое медиков. Все они погибли. Оказалось, что водитель грузовика был пьян и без прав. По версии следователей, он также угнал грузовик. На него завели два уголовных дела. Ему грозит более 15 лет тюрьмы. Еще одно ДТП закончилось чудом. Водитель автобуса выжил в столкновении с грузовиком в Норильске. К счастью, в автобусе не было пассажиров, а водитель успел увернуться и отделался травмами. Гигантский 16-метровый аквариум лопнул в отеле Берлина. В нем обитали 1500 экзотических рыб. My God. Все обитатели аквариума погибли. Миллион литров воды вытек из отеля. А двое людей поранились осколками. Что стало причиной случившегося, неизвестно. Еще одно видео из соцсетей. Дед Мороз приехал на главную елку Белгорода на БТР. Волшебник рассказал, что сани застряли в лесу, но ему повезло, что он встретил военных на полянке. Они и подарили ему БТР. Тем временем редакция ТВК готовится к Новому году. К нам в гости приходил символ будущего года – кролик Ванесса. Второй символ мы нашли в Роевом ручье. Правда, не обычного кота, а снежного барса. И чтобы его снять, пришлось заморочиться. Вот в каких условиях приходится снимать, когда замерз вольер снежного барса. И вот он там спрятался где-то. Подручными методами поднимать оператора, чтобы точно все было видно. Вот так вот. Экстремальные условия. 17-летний красноярец без рук Денис Цуглинок наконец получил долгожданные протезы. За историей подростка мы следили с 2019 года. Телезрители и подписчики ТВК не раз помогали семье в реабилитации. И вот, наконец, у Дениса новые руки. Такое новогоднее чудо.
фото недели, если не фото последних 20 лет. Лионель Месси впервые держит золотой кубок Мундиаля. Сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти. Итог: аргентинцы впервые за 36 лет выиграли чемпионат мира. И теперь, видимо, в вечной борьбе популярности Месси и Роналду поставлена точка. Роналду вылетел из четвертьфинала, Месси – чемпион мира. Это было легендарно. Это был обзор самого популярного в соцсетях ТВК. Делитесь своими фото и видео, вдруг они тоже попадут в топ. Вот QR-код, переходите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и пишите нам там, где удобно. Ведь ТВК – это не только ТВ. Почти 90% популярных игрушек Хаги-Ваги содержат ядовитый фенол. К такому выводу пришли специалисты Роскачества. Эксперты проверили 18 образцов мягких игрушек, и в 16 из них нашли фенол. Его широко применяют в производстве пластмассы и резины. При контакте он может вызывать аллергию и раздражение кожи. По данным Роскачества, у половины образцов набивных игрушек из магазинов не было какой-либо маркировки или сертификатов качества. При этом, по данным ведомства, за год с 2021 по 2022 объем продаж игрушек Хаги-Ваги в России увеличился на немыслимые 9 миллионов %. Роскачество уже обратилось в Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с целью ужесточить требования к маркировке игрушек. Одним из наиболее распространенных мужских заболеваний является простатит. При этом в холодное время года риск развития заболевания значительно повышается. Как все это проявляется, чем опасно и какие способы профилактики и лечения недуга эффективны? Об этом подробно расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору», и я, врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня вопросы про мужское здоровье, простатит и холодное время года. Как проявляется простатит? Семен Маркович, что же вы сегодня-то без галстука? Ну, ребятки, я уже не пионер, во-первых, и, во-вторых, не всегда готов, отвечал Семен Маркович в таких случаях. Простатит – это инфекционное воспаление предстательной железы. Заболевание инфекционной природы, воспаление предстательной железы – то, чем болеют только мужчины. И, как вы знаете, простата – это мужское сердце. Проявляется простатит тремя глобальными жалобами. Это боль. Боль где-то в области таза, внизу таза, боль в промежности. Она может отдавать в половой член, может не отдавать. Какие-то боли – это нарушение мочеиспускания, чаще всего это резии или затрудненное немного мочеиспускание, частое мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию. И третья жалоба – это расстройство сексуальной функции мужчин. То, что обычно мужчин сильно огорчает и заставляет больше, чем первые две жалобы, и раньше, чем первые две жалобы, обращаться за помощью к врачу-урологу. Тут типичные жалобы на плохую эрекцию или на то, что внезапно в середине полового акта вдруг эрекция пропадает. Вот с такими жалобами обращаются пациенты с простатитом к врачам, урологам, или еще у нас есть сегодня новая специальность – андролог, мужской уролог. Чем опасно это заболевание? Ну, само по себе заболевание, безусловно, сильно влияет на мужчин. И мужчины эти через некоторое время, если они лечатся плохо или если лечение не приносит успеха, становятся очень несчастными, они ходят от врача к врачу, и от врача к врачу, и, в общем, это не доставляет удовольствия никому. Они становятся нервными и не получают удовольствия от жизни по вполне понятным причинам. Редко простатиты приводят к онкологическим заболеваниям, хотя иногда все же так бывает. Но это может приводить к хроническому воспалению в предстательной железе и к тому, что эти проблемы могут хронизироваться и начать справлять пациента долго. Поэтому нужно лечиться обязательно у специалиста, нужно лечиться обязательно хорошо и, самое главное, лечиться долго, потому что типичные способы лечения простатита – это длительные курсы антибактериальной терапии, антибиотиков, которые назначит вам врач с учетом чувствительности флоры. То есть сначала обязательно берут анализы, сеют либо сок предстательной железы, либо сперму мужчины.
И только после того, как мы выясняем, что является причиной возбудительным простатитом, назначается специальная подобранная терапия. Какие способы профилактики и лечения заболевания существуют? Нужно сказать, что только 10 или 20% простатитов вызывается заболеваниями, передающимися половым путем, вот эти всякие хламидиозы и прочее. А в этом, чтобы вот этим не заболеть, все прекрасно знают, что нужно пользоваться барьерными способами контрацепции, использовать презерватив, если у вас случайные связи. А в остальных случаях, этих случаев процентов 80, речь идет просто о снижении локального иммунитета вследствие переохлаждения. Обостряется та инфекция, которая всегда есть в нашем организме. Какая-то кишечная палочка, еще что-то. То, что всегда в нас живет, если мы переохладились, если мы посидели на холодном, если мы носим ботиночки на тонкой подошве, если мы не по сезону одеты, это у девочек проявляется аднекситом, а у мальчиков простатитом. И поэтому мужчины должны точно так же беречь свое мужское здоровье, как и женщины, и в холодное время года одеваться тепло. Свои вопросы доктору Хиновкеру можно задавать по номеру 202-065. Также пишите в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Напомню еще раз телефон редакции 202-065. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. До встречи в эфире.